Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 июля, день Архангела Гавриила, назван в честь собора святого Архангела Гавриила. Посол, принесший в город царское милостивое слово, принят бывает всеми гражданами того города с особой честью. И тем более должно почитать особым празднованием пречистейшего посла небесного царя, величайшего князя ангельского, пришедшего ко всему роду человеческому, премного милостивейшим словом, возвещающим вечное наше спасение. Так был утвержден праздник в этот день. Поспевает рожь и начинает клонить стебли к земле. Продолжалась жатва. Взрослые весь день были в поле, радовались хорошей погоде и старались как можно скорее убрать урожай с полей. Приметы. Если сегодня теплая солнечная погода, осень будет длительная и мягкая, холода придут не скоро. Если сегодня дождливый день, то зима будет с морозами и пургой. Грачи в стае собираются, дело идет к осени. Итак, мы с вами берем шпинат первым делом. Пучок у нас пойдет. Просто мы берем, импровизируем. Прямо, да? Пойдет пучок у нас. Тут не надо срезать вот эту помпушечку. Не-не-не, все будет отлично. Дальше что готовить сразу? Морковь или свеклу приготовить? Свеклу. И мы это сначала даем. Да, да, подальше отойти. Надо было фартуки одеть. Есть фартук. Вообще-то не совсем, наверное, правильно работать без фартуков. Хорошо. Следующий раз. Если бы здесь была Янмал, то она бы, наверное, сделала замечание. Учтем. О, так. Пошло дело. Ну пошло, такая. И теперь кровяная морковка. Консистенция получается. Вот еще кровяная консистенция, это то, что надо. А вот это вот звук напоминает газонокосилки, когда он просил. Действительно, может и напоминать. Так, еще раз. Опа. И морковочки еще. Еще надо свеклу, нет? Нет, свеклу не надо. Еще морковку. Последний раз у нас осталось. Ну, то есть, как бы на глазок, в принципе, так. Нет, дело в том, что здесь мы поступаем не на глазок. Должна быть определенная пропорция. А пропорция такая. У нас в три раза должно быть больше морковного сока и по одной части свекольного и шпината. Тогда нормально. Если слишком много будет свекольного сока, он сильный по себе. Может быть, головокружение. И его неприятно пить. А так как мы сделали... Ну, да, морковь, она же сладкая, поэтому, наверное, она... В качестве основы. В качестве основы. Опа. Она... Ну как? Ну, красиво, очень такой? Красиво. Такой, вот. Какой-то такой цвет, я не знаю, испанский такой, вот что-то в нем, да? То есть терракота. Он не крас... Да, терракотовый, он не красный, не оранжевый. А. Ну, посмотрим, правильно я соблю пропорцию. А? Как будто краска разведена. Подавать его можно, конечно, и в пиалочках, этот наш суп сырой калевый. Но мы сделали в чашечках. Итак, Света, за ваше здоровье. Я пробую, я говорю. За здоровье. На здоровье. На здоровье, ну как? Теперь ваше мнение. Да, очень вкусно, кстати. Четвертые лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии.
Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!